Следующий доклад. Слезозаместители комплексного состава в терапии синдрома сухого глаза. Доктор Яни Елена Васильевна, пожалуйста. Елена Владимировна, простите. Уважаемые коллеги, уважаемый президиум, свой доклад я хотела бы посвятить слезозаместителям с комплексного состава. Возвращаясь к предыдущему докладу, хочу отметить, что по определению рабочей комиссии по синдрому сухого глаза данные об этом заболевании постоянно обновляются. И вот по вердикту, вынесенному в 2017 году, синдром сухого глаза представляет собой многофакторное мультифакториальное заболевание глазной поверхности, которое характеризуется потерей гомеостаза слезной пленки и сопровождается различными офтальмологическими симптомами, в развитии которых этиологическую роль играет нестабильность, гиперосмолярность слезной пленки, воспаление, повреждение глазной поверхности, а также нейросенсорные поражения. На данном слайде представлен алгоритм подбора терапии у пациентов с синдромом сухого глаза. Как вы видите, здесь достаточно все пошагово оформлено и написано, но синдром сухого глаза остается заболеванием, где основную роль играют слезозаместительные препараты. И данный вид терапии до сих пор является хребтом в лечении этой патологии. Возвращаясь к истории этого вопроса, хочу отметить, что до 1989 года проблема синдрома сухого глаза не очень широко освещалась в офтальмологической литературе. Но по мере того, как в аптечной сети стали появляться различные слезозаместительные препараты, этому вопросу уделяется все больше и больше внимания. Первый препарат, который у нас появился, был ликвифильм. С 1989 года и до настоящего времени он достаточно широко используется в офтальмологической практике. В 1990 году появляются два новых препарата – слеза натуральная и лакресифи. А вот с 2004 года появляются препараты гиалуроновой кислоты. И вот эти препараты у нас до сих пор являются хедлайнерами. Они большее место занимают в умах и сердцах офтальмологов. Компонентный состав слезной жидкости тоже достаточно широко изучен. До сих пор, к сожалению, нет разработок тех препаратов, которые являлись бы универсальными в терапии сухого глаза. Да, есть разработки в плане персонализации слезозаместительной терапии, коррекции того или иного слоя слезной пленки, но универсального препарата, который бы перекрывал действие всех остальных, до сих пор нет. Но это будет являться прерогативой будущего. В нашем отделе есть такая уникальная возможность длительное время отслеживать пациентов с синдромом сухого глаза. И вот, проанализировав достаточно большие группы пациентов, применявших препараты искусственных слезы в течение длительного времени, у нас образовалась вот такая диаграмма. Если в 1990 году препараты искусственной слезы низкой вязкости использовало практически 100% пациентов с синдромом сухого глаза, а препаратов без консерванта практически не было, то к 2005 году вот эта ситуация, она практически выравнивается. То есть препараты низкой вязкости, препараты высокой вязкости и препараты без консерванта практически выравниваются. В 2010 году на первое место выходят препараты высокой вязкости. А вот к 2015 году опять эта ситуация приходит к одному уровню. Слезозаместители комплексного состава в аптечной сети сейчас довольно много. В первую очередь это стиловид, который включает в свой состав гиалуронат натрия, декспантенол и хондроитинус натрия сульфат. Аксиал, гиалуроновая кислота, микроэлементы, систейн ультра и баланс, комбинированный препарат. Хилозар комод, гиалуроновая кислота с декспантенолом. Хилопарин комод, гиалуроновая кислота с гепарином. Визаметин, специальная субстанция митохондриально адресованных антиоксидантов и гипромелозы. Оквес, гидроксиэтил, целлюлоза и хондроитин.
Опять-таки, анализируя данные наших пациентов, хочу отметить, что в основном офтальмологи назначают препараты моно, то есть однокомпонентные, 63%. Только 37% назначают препараты комплексного состава. И в основном это препараты Елозар, Комод и Хилопарин, Комод. Чуть-чуть меньше Систейн, еще меньше Визаметин, Аксиал, Окрест. Вот таким образом распределился состав комплексных препаратов при опросе наших пациентов. При включении в алгоритм терапии препарата Стиловид происходит следующее. Входящий в состав депантенола и натрия хондроитиносульфат усиливает репаративное и кератопротективное действие гиалуроната натрия, что ускоряет эпителизацию роговицы и обеспечивает более длительный положительный клинический эффект. Учитывая то, что появился новый препарат комплексного действия, нами было решено провести наблюдение препарата Стиловид, препарата Визмет, препарата высокой вязкости, и слезы натуральной, препарата низкой вязкости. В исследование было включено 60 пациентов, которые были разделены равномерно на три группы, каждая из которых включала 20 пациентов. Первая группа получала препарат Стиловид, вторая группа получала препарат Визмет, и третья группа слезу натуральную. Все препараты назначались в виде инстилляции по 2 капли 3 раза в день в течение 40 дней. То есть достаточно длительный промежуток наблюдения. Методы исследования для данного наблюдения были классические. Это оценка субъективных жалоб, определение остроты зрения, данные биомикроскопии оценивалось состояние век конъюнктива роговицы, тест Ширмера, проба Норна, определение высоты слезного мениска и тест Лепков. В процессе лечения у пациентов всех групп отмечалась положительная динамика со стороны клинической картины, как нормализация состояния век, так и нормализация состояния конъюнктива. Я хотела бы остановить внимание на наиболее показательных изменениях наших диагностических проб. Что касается изменений пробы Ширмера в процессе лечения, то в группе Стиловита максимальное увеличение данного показателя зарегистрировано к третьему дню. К третьему визиту это у нас получается 25-й день лечения. К 25-му дню лечения. Дальше, к 40-му дню лечения, этот результат практически остается прежним. И 60-й день наблюдения, который не включен был уже в исследование, это был хвостовой визит, эти данные чуть-чуть снизились. Что касается Визмеда, на третий визит, то есть на 25-й день, увеличение показателя пробы, и это увеличение держится достаточно стабильно. В группе слезы натуральные у нас тоже происходит незначительное увеличение и постепенное снижение практически к исходным данным. Данные показатели иллюстрируют именно комплексный состав препарата Стиловид, который обладает и кератопротективным действием, и достаточно высокой вязкости, и вязкий препарат Визмет, что также дает возможность увеличения пробы Ширмера. Синтетический препарат слеза натуральная в данной ситуации работает не очень хорошо. Динамика показателей пробы Норна тоже достаточно информативна. Примерно одинаковые показатели при обращении. На 25-й день лечения отмечается значительный рост в группе Стиловита и достаточный рост в группе Визмета. К 60-му дню опять-таки происходит снижение по всем группам. Менее значительное в группе Стиловита и достаточно значительное, даже практически ниже исходного уровня, в группе слезе натуральной, что также обусловлено компонентным составом лекарственного препарата. Что касается динамики выраженности эрозии роговицы, то здесь следует отметить, что в исследовании, в наблюдательную программу были включены пациенты с легкой и средней степенью тяжести синдрома сухого глаза. Поэтому бальная оценка эрозии роговицы не была высокой и при обращении.
То есть она составляла где-то в среднем от 1 до 1,3 балла. К третьему визиту практически изменения со стороны роговицы исчезали. Вот в группе стеловита это 0,2 балла. И достаточно стабильно это держится до 60 дня. В группе визмеда тоже очень хорошие показатели состояния роговицы, 0,4 балла. И данные показатели тоже стабильно держатся и до пятого визита. Что касается слезы натуральной, то к 25 дню лечения этот показатель, безусловно, становится ниже, чем при обращении. Но продолжает улучшаться к четвертому визиту. И опять-таки повышается, уходит на нет к пятому визиту, к 60-му дню лечения. И опять-таки здесь следует отметить, что стеловит обладает кератопротективными действиями, имеет в своем составе целый комплекс лекарственных препаратов, визмед достаточно вязкий препарат, а слеза натуральная достаточно, препарат достаточно низкой вязкости. В заключение я хочу отметить, что у больных с синдромом сухого глаза легкой и средней степени тяжести лечение препаратом стеловит способствует уменьшению субъективных ощущений, улучшению клинической картины, нормализации состояния век, конъюнктивы и роговицы, что подтверждается положительными динамическими изменениями показателей диагностических проб и тестов. За время наблюдения установлена более выраженная положительная динамика клинической картины заболевания в группе применения препарата стеловит по сравнению с группами применения препарата визмед и слеза натуральная. Полученные в ходе наблюдения данные иллюстрируют оригинальный состав глазных капель стеловит, который содержит не только молекулы гиалуроната натрия, а также депантенол и натрия хондроитинсульфат, что способствует связыванию большего количества молекул воды и образованию равномерной и стабильной в течение длительного времени слезной пленки, который не смывается при мигании и не вызывает снижения остроты зрения. Данные наблюдения за эффективностью лечения пациентов трех групп синдрома сухого глаза легкой и средней степени тяжести позволили нам рекомендовать инстилляции препарата стеловит для широкого применения у пациентов с указанной патологией. Благодарю за внимание.